Совсем скоро в городе еще одним спортивным объектом станет больше. В школе номер 7 заканчиваются работы по строительству бассейна, который планируется запустить уже к концу марта. Новый объект обещает быть качественным, красивым и безопасным. Здесь предусмотрены три варианта обогрева. Это и стандартная система отопления с помощью радиаторов, а также теплые полы с регулируемой мощностью и вентиляционная система с подачей теплого воздуха. Бассейн предусмотрен для детей разных возрастов. Глубина от 90 до 120 сантиметров. На сегодняшний день технологическая обвязка чаши бассейна уже смонтирована, закуплено все необходимое технологическое оборудование. Из основных видов работ осталось выполнить монтаж потолка и пусконаладочные работы вентиляционной системы. Планируется, что монтаж специализированного алюминиевого реечного потолка, аналог которого используется и при строительстве олимпийских объектов, будет завершен уже через неделю. Пленочное покрытие для чаши бассейна будет монтироваться в последнюю очередь. Работы ведутся круглосуточно, чтобы к концу третьей четверти школьники уже смогли опробовать новый бассейн.